Привет, игроки! В эфире ваши любимые моменты PUBG. Сегодня в выпуске вас ждет засада. Удивительная прочность броневика. И немного покатушек на багги. Снайперская меткость. И вновь начало выпуска с невероятно бодрой снайперской нарезкой. Какие хайлайты ставит игрок с ником Twinkles, можно только позавидовать. В очередной раз восхищаемся таким профессионализмом и вместе с вами наслаждаемся моментом. Автор точно заслуживает свои джикоины. Засада. Перекрытые мосты, конечно, уже давно никого не удивляют, но этот способ – что-то новенькое. Представьте, едете вы на своей пони-купе в зону, и тут внезапно влетаете в миномет! Да, игроки PUBG не перестают удивлять своей креативностью. Правда, такая засада им не особо помогла, ведь Play Edward, автор момента, со своим тиммейтом все же дали должный отпор. Четверо против броневика. Конечно, встретить такого грозного противника мало кто хочет. Как же переиграть такой транспорт? Знаете, вот смотрим мы на это видео и как бы не понимаем. Вообще, стоит отдать должное автору момента с ником Алекс Стич, ведь он также давал отпор целому скваду врага даже после того, как его броневик взорвали, а потом еще взорвал дуо, приехавшее на выстрелы. Я тут просто катаюсь. Ну а что, кто-то запрещал? Нет. Да, я езжу без прав, но зато как весело. Игрок с ником Тефтелька залетает на настоящее поле битвы двух отрядов и без единого выстрела отправляет всех в лобби. Водила что надо. Жарко с самого начала. Охватывает ли вас немного паники, когда вместе с вами высаживается еще целый сквад врага? Например, Базилик, автор этого момента, вообще не растерялся, быстро залутал дом и, найдя лишь одну мини-14 с горсткой патронов, пошел давать по башке врагам. И ведь справился. Теперь хоть полутаться спокойно можно. Почему ваши крутые моменты еще не у нас на столе? Есть что прислать? Тогда идите в личные сообщения группы PUBG Battleground ВКонтакте, переходите в пункт «Прислать момент» и делитесь своими роликами с нами, чтобы получать награды. Рецепт прост. Снимайте что-то крутое, присылайте нам, попадайте в шоу и получаете G-Coin-боксы, откуда может выпасть так много G-Coin-ов, что вы точно будете хвастаться перед всеми тиммейтами. Не забывайте писать комментарии, а мы будем награждать за это лучших авторов, как, например, этих счастливчиков. Пишите хэштег «приз из видео» в личные сообщения сообщества PUBG ВКонтакте и получайте свою награду за оригинальность. Желаем удачи! Подписывайтесь на нас и наши соцсети. До новых встреч, друзья!